Онлайн-школа «Летитан» представляет: вся грамматика английского языка по учебнику Spotlight, 3 класс. Перед тем, как начать изучать грамматику, подписывайся на наш канал и ставь лайк под этим видео. И тема сегодняшнего нашего урока – указательные местоимения «this», «that», «these», «those». Указательные местоимения «this» и «these» употребляются, когда говорят о находящихся вблизи людях, животных или предметах, или указывают на них. Указательное местоимение «this» в переводе «это» мы будем употреблять с предметами, о которых говорим в единственном числе. А указательное местоимение «these» в переводе как «эти» будем употреблять с предметами во множественном числе. Данные указательные местоимения достаточно похожи в произношении. Отличием является то, что местоимение «это» мы будем говорить как «this» коротко, а местоимение «эти» мы будем говорить протяжно «these», «this» and «these». Давайте посмотрим примеры. «This is an apple» – это яблоко. Местоимение «this» указывает на то, что здесь один предмет, одно яблоко, и переводится как «это яблоко». Второй пример. These are apples. Это яблоки. Можно еще перевести как «эти яблоки». Местоимение these указывает на то, что предметов много. Поговорим об указательных местоимениях that и those. Они употребляются, когда говорят о находящихся далеко людях, животных или предметах, или указывают на них. That мы переводим как то и будем употреблять, когда говорим о предметах в единственном числе, а those переводится как те и будем употреблять тогда, когда будем говорить о предметах во множественном числе. Еще раз. That – то, those – те. Давайте разберем на примерах. That is an apple – то яблоко. That указывает на то, что предмет один и он находится далеко. Those are apples – те яблоки. Those – указательное местоимение указывает на то, что предметов много и они находятся далеко. Ну что ж, дорогой друг, я надеюсь, данное видео было для тебя полезным. Желаю тебе удачи!